Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Rating Music, и сегодня мы будем слушать действительно легендарный релиз, который я ждал именно в эту пятницу, а конкретнее Lil Crystal фит Платина, три буквы. Ребятки, на секундочку, последний фит Кристалла с Платиной, ну или наоборот, выходил в 19-м, на секундочку, году на альбоме Кристалла No Label и на альбоме как раз тоже Платины 19-го года. А пятый круг. Поэтому мне кажется, то, что ребятки, ну, вот что-то интересное приготовили, потому что 3 года не было их совместных работ. Я думаю, что трек будет годный, и он идет почти 3 минуты. Это уже интересно. Но перед началом я хочу сказать, что подписывайтесь обязательно на мой игровой канал, если вам интересны игры, а также на еще один канал с лайв-контентом, на который будет скоро очень много интересных видосов. Ссылочки в описании. Ну и как же все мои соцсети, так же самое. Короче, приятного просмотра, приятного прослушивания. Погнали. Так, ну это, наверное, разгончик, поэтому сейчас должен вот куплетик пойти. Я надеюсь, что сейчас будет мясо. AMG, три буквы AMG, да. Я токсичный мал с востока, и она это знает. Но дело все в моем правлении, в том, чем я занимаюсь. Мы не тратим наше времени, это насильно сближает, да. Я на вкус как блюд мишленские, это она обожает. Скажи свои мне планы, я тогда и фиг и стану. Начальник нынче занят, и я не встаю так рано. Давай заеду завтра в 5 утра, это свидание. Возможно, ты не спишь, ты ждешь меня в своем состоянии. Так много места в сердце для шалавша от мой братик. Я понял, что с хорошей девочкой сердце не скачет. Я на айфон ее отснял, меня пустежит память. Когда я сзади в этих суках, я держу там палец. Блин, хочу сказать, то что мне очень зашли вот такие вот строчки, как «Да, я токсичный малый с Востока, и она это знает». А также «Мы не тратим нашего времени, это нас сильно сближает». «Начальник нынче занят, и я не встаю так рано». И очень жизненная, наверное, строчка даже для меня. «Так много места в сердце для шалав, шатаут мой братик». Мой братик, если ты смотришь это видео, то... Лайкос в форме. Вообще, мне, кстати, интересно, с другой стороны, я не знаю, насколько это правда, но Кристалл же говорят, что типа гей. Я честно не знаю, рофл это, либо это серьезно, но если это не рофл, мне кажется то, что вот такие вот строчки им очень тяжело даются. Ладно, сейчас припадет припев и куплет Платины, поэтому погнали. Кричи, гоу, кричи, гоу, кричи, гоу, кричи, гоу, три буквы R&B, три буквы R&B. Кстати, припевчик на самом деле, ну, максимально лайтовый, но он качает. Кричи, гоу, кричи, гоу, кричи, гоу, кричи, гоу, три буквы R&B, три буквы R&B. Кричи, кричи, три буквы R&B. Ебал ту шлюху сзади, спереди стоял мой братик. Гэнг, да, мне похуй, сколько потратил. Раньше ехал в Макдаке, делили матрас на траке. Ай-ей, да, поднялись прямо с грязи. Забрал их ее на рейве, с собой на автопате. Эй, ебать, голодные собаки. Люблю большие деньги, работаю им как блядь. Ты злона летим в Париж, а я прыгаю в бизнес. Я люблю чё-то, как будто я крыса. Ебу её в жопу, как будто я пидор. Она признала, что в меня влюбилась. Со мной охрана, со мной волнына. Я только буду, они уже были. Оба хотели базарить, но слились. R&B хотела этих мувов. Ей никогда не хватит. Всё хорошо со вкусом. Найдёшь бренды сразу. Давал её подруге. Раздала всем ребятам. Это её натура. Ни в чём не виновата. Кричи, гоу, кричи, гоу, кричи, гоу, кричи, гоу, три буквы R&B, три буквы R&B. Кричи, гоу, кричи, гоу, кричи, гоу, кричи, гоу, три буквы R&B, три буквы R&B. Кричи, гоу, кричи, гоу, кричи, гоу, кричи, гоу, три буквы R&B, три буквы R&B. Кричи, гоу, кричи, гоу, кричи, гоу, кричи, гоу, три буквы R&B, три буквы R&B.
Так, ну, в принципе, все. Ребята, что хочу сказать, вот прям со старта, в принципе, по поводу, что мне понравилось по тексту, я сказал, вот, в этом куплетике Кристалла. Бит мне зашел, опять же, вот, я не знаю почему, но вот прям припев Кристалла, вот как-то... Ну, это все-таки такая схема маркетинга, сделать вот припев максимально, чтобы он запоминался. Кричи гоу, кричи гоу. То есть это очень, ну, в бошку заседает. И вот с первого уже прослушивания это уже вот в голове уже лежит. И кричи гоу, кричи гоу. Ну, короче, блин, касаемо платины, немножко разочаровался на самом деле. Кристалл, в принципе, хорошо зачитал, типа, текст, ну, если углубляться в текст, хотя я этого не люблю делать, текст тоже неплохой, в принципе, как бы звучит, но вот все-таки куплет платины меня разочаровал, реально. Как бы некоторые строчки мне даже зашли, ну так, неплохо, неплохая строчка, типа, ебать, голодные собаки, люблю большие деньги, работаем как гляди. Такая средненькая. И вот давал ее подруге, раздал всем ребятам, это ее натура, ни в чем не виновата. Честно, больше ничего вот не зацепило. Платина хорошо разогнался, на самом деле. Вот прям разогнался побольше, чем Кристалл. Но все-таки по большей части... Вывез, наверное, трек по большей части вот тупо Кристалл. Блин, на самом деле такой рофл был, то что здесь как бы платина более таким своим... Ну, это не прям своим, это ближе к своему настоящему голосу зачитал, потому что, бля, вот я помню 19-й год, как раз альбом No Label, и там был трек Лил Кристалла, как-то там Снег, по-моему, называется, там что-то, вот. И я такой, в смысле, Кристалл, это же, типа, платина, типа, чего, блядь. Ну, короче, я очень часто их путал, и здесь, ну, здесь слышно, что это такие два разных голоса. Ну, кстати, на самом деле, они максимально похоже зачитали, то есть, если бы платина не разогнался, вот, где вот куплетик, по идее, вот этот вот, то это был бы абсолютно идентичный флоу. Вот реально, переслушать несколько раз, вы поймете, о чем я. В общем, наверное, это все, что хотел сказать. Трек добавлю себе в плейлист, но, к сожалению, только из-за Кристалла, потому что Кристалл в натуре вывез трек. К сожалению, это правда. Не знаю, может быть, я переслушаю несколько раз, и все-таки мне зайдет парт платины. Ладно, еще раз всем спасибо за просмотр. Все нужные ссылочки вы найдете в описании. Пока-пока.